Так, ребята, всем тем, кто заявляет, что в Албании не принимают карты оплаты, докладываю, карты принимают, MasterCard, Visa, не принимают только American Express. Free Wi-Fi, TripAdvisor, Google Maps, Facebook, Instagram. Пожалуйста, абсолютно цивилизованное место. Смотрите, какая красота. Приезжайте, отдыхайте. Все, друзья, еще одно открытие по уникальной Албании, где невозможно поменять деньги, нужно с собой вести неизвестно какую валюту. Пойдемте. Прекрасный офис, кондиционируемый, Exchange Bureau. 6 видов валют только. Доллары США, евро, швейцарские франки, Канада доллары, австралийские доллары. Обслуживание карт. Здесь также, если вдруг у вас закончились неожиданно деньги в этой милой стране, вы можете воспользоваться услугами Western Union и заказать себе перевод. Сейчас мы меняем просто 20 долларов. Do you speak English, Italian? Just 20 евро, please. Девушка спокойно, свободно говорит на английском языке, причем я вам скажу, сегодня заезжали во многие рестораны, кафетерии в Ксамиле и в Саранде, везде ребята говорят на английском свободно, поэтому языковой барьер, отвечая на ваш вопрос, отпадает, да? 20 сдач, выписывает вам официальный документ, считает вам на калькуляторе, если вы не можете считать. Так, подписываем, все легально абсолютно, вот здесь надо подписывать. Смотрите, паспорт, никто ничего, все спокойно. Подписываем, отдаем. Ага, оригинал наш. 3 400. 3 600, абсолютно верно. Thank you very much, grazie mille per tutto. Can I make change back if I will rest in airport rest of LA? Back to dollar or euro? No problem. Вы знаете, что вот это в Албании означает «да». Это не значит «нет». И «по-по» – это значит «да». Grazie mille. Buona giornata. Ciao. Все, поехали изучать дальше город. Многие из вас спрашивали, как путешествовать по Албании, если нет своего автомобиля, либо ты не взял удостоверение. Что же, мы находимся в офисе автостанции на одной из главных улиц. Вы найдете его по вывеске Agencia. И вот здесь прямо раскопки идет стена. Улица Вангель-Анди. Надеюсь, и пересечение Онджеми. Онхезми, надеюсь так. Собственно, приходите, все очень просто. Смотрите, здесь расписание автобусов, которые идут из Саранды в Тирану и из Саранды в Дурос. Расписание с 5 утра и до 22 часов. Между этими городами вы можете взять себе любой маршрут, причем это может быть большой 40-местный бус, либо маленький фургон или микроавтобус. Это микрик, который быстрее, конечно, вас донесет, но стоимость будет процентов на 5-10 дороже в зависимости от расстояния. Самая большая стоимость одного человека в одну сторону в Тирану – 1300 лек. Мы выяснили, что это примерно 10-11 евро. В Дурос – 1200. В Тепелине – красивейшее место, рекомендую, там, где Паша любит бывать, холодная вода – всего 100. Можно посетить там массу интересных ресторанов, покушать барашку. Еще есть, идите сюда, одно объявление, запомните его. Вы, конечно, я вам его не переведу, но мы выяснили, что вот это означает. Если вы вчера заказали, забронировали себе билет, то он в течение часа до отъезда еще не будет продан. То есть вы можете прийти за час до отправления и его просто выкупить, вам кассир его любезно предоставит. Пользуйтесь автобусами, путешествуйте по стране. Это недорого, это круто. Удачи вам, есть что посмотреть. Давайте, мы идем дальше. Вот блаженство сплошное испытываешь. Значит, ребят, еще одно место, оно в самом центре набережной, называется Лиман. Здесь можно взять маленькую лодочку, вот такое, водное такси, и добраться на лодке вплавь до пляжей, до которых вы не доедете на автомобиле. Это не острова, это материковые пляжи, но такие закрытые места, дикие, где можно отдыхать вдвоем, втроем, вчетвером, одному, наслаждаться целый день. Вот, запоминайте, набережная Лимани. Катайтесь, отдыхайте, познавайте себя. Хорошего дня. Мы находимся в зоне терминала, выход, пограничная зона, выход с Албании, из города Саранты. Саранды на Корфу. Вот вы видите, круизный лайнер Коста зашел. Пассажиров ботами привозят сюда. Вот он идет.
И они купаются целый день, где-то до 5 вечера, с 8 утра, потом уезжают и уходят себе на запад дальше путешествовать. Справа от меня стоит паром в Италию, в Бриндизи. То есть, если вы путешествуете на автомобиле, если у вас есть желание путешествовать по всей Европе, можете воспользоваться услугами данного парома. Есть скоростной паром Marina Maritime. Да. Кристи. Окей. Вот. Финикас Лэнс Компания. Компания Финикас. Кристи, знаменитая туристическая компания. Финикас. Скоростная ракета Саранда Корфу, Корфу Саранда. За ним стоит кораблик, который идет примерно 40-50 минут. Union Cruise. Саранда Порт и групп турист. Это возит, да, вы даже без перевода понимаете, что это групповые туристы на экскурсии. И дальше стоит Саранда Экспресс. На Саранда Экспресс могут и отдельные ехать, и отдельно пассажиры, и групповые туристы, и также можно автомобили попасть на Корфу и потом вернуться потом себе назад. Все, пользуйтесь, катайтесь, вот вам, пожалуйста, можно заезжать в Албанию, выезжать в Корфу, в Италию, возвращаться через Европу домой. Приятного путешествия, всего хорошего.